Приветствую вас, Виталий. Я думаю, что в какой-то степени то, что я вам скажу, вам не понравится, но мне думается, что это весьма было бы полезно для вас, потому что мне кажется, это могло бы спасти ваши отношения, могло бы действительно на самом деле спасти ваши отношения в будущем. Вот. А, значит, первое. Если вы несколько раз со своей девушкой расходились, то вам стоит признать, что есть определенные проблемы. Ну, просто проблемы, в принципе, проблемы как таковые. А вот, это первое. А, и, соответственно, эти проблемы, они не решаются. То есть вы снова, по моим ощущениям, попадаете на те же грабли. Вот. То есть, если несколько раз, вот именно несколько раз вы уже расходились, и потом опять сходили, значит, есть какие-то трудности. И, ну, наверное, нужно вот как-то вот пониматься, да, нужно как-то вот разбираться в том, что именно не так, какие именно есть проблемы, вот какие именно есть трудности у вас. И какие именно вот есть деструктивные модели, что называется деструктивные модели поведения. Которые в итоге приводят к тому, что что вы расстаетесь. Это первое. Первое, на что я хотел бы, дать вам ответ. Ну, первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, условно говоря. Дальше. Следующий момент. Следующий момент заключается в том, на мой взгляд, что вы чересчур много внимания уделяете девушке. То есть у меня такое ощущение, да, вот возникло, что вы слишком концентрируетесь на девушки и довольно слабо концентрируется на себе, на том, что нужно вам, на том слабо концентрируется, чего хотите вы, например. Вот, и
соответственно, это может быть довольно серьезной проблемой. То есть вот подобная такая зависимая получается позиция у вас. Ничего хорошего в этом, ну, для вас нет и в принципе быть не может. Поэтому вот я бы сказал, что это необходимо учитывать. Дальше. Присутствует некая, вот мне как мне показалось, опять же, да, присутствует тут какой некий такой мистицизм в том, что в том, как вы вот, вот ну, как вы преподносите, что ли, эту ситуацию. То есть вот осознает ли девушка там свои ошибки, вернется ли она ко мне. Да, то есть это, ну, на самом деле немножечко не так работает в плане того, что дело не в ошибках, а дело именно в том, как вы взаимодействуете. И дело в том, что, например, ну, например, девушка чувствует, что может от вас уйти и потом опять прийти. Она знает, что вы ее, ну, в любом случае примете. Вот, что добавляет вам, к сожалению, ценности какой-то, ну, в ее глазах. Вот. То есть это может быть серьезная проблема. Наконец, последнее, такое вот из важного, на что я могу обратить внимание, это то, что вы, как мне кажется, не уважаете решение желания девушки, например, с вами не быть в принципе. Вот. То есть вы вот такое ощущение, да, что ну, что вот настаиваете, хотите, чтобы она была с вами. При этом, ну, как бы, если вы ее любите, то, ну, наверное, настаивать на том, чтобы она была с вами, и в какой-то степени здесь навязываться вариант далеко не самый лучший, мягко говоря. Вот. Поэтому тут я бы сказал, что вопрос вот он такой исключительно, ну, и, ну, исключительно вот такого плана вопрос. Как мне кажется, конечно. Вот. Дальше. Значит, следующее. Вы говорите, что с ней я могу быть таким, какой я есть, без масок. Я из этого делаю вывод, что в какой-то степени вы себя, ну, может быть, стесняетесь, в какой-то степени вы, может быть, там, не знаю, себя стыдитесь, в какой-то степени, может быть, ну, есть какие-то еще моменты. Но в любом случае, какую-то вот свою собственную проблему, да, вы пытаетесь решать
через девушку. Вот. И мне кажется, что это, ну, тоже позиция, которую девушка, может быть, чувствует, чувствует, что ее использует, пускай и так вот достаточно, ну, может быть, безобидно, да, но все равно, может быть, девушка считает, что на целом это вы не на нее. Как бы вот, ну, может быть, в полной мере, а нацелены бы на себя. И это может задевать ее гордость, может бить ее в молебе, вот, и силу возраста, да, силу некоторой незрелости, это вот ваша такая, может быть, позиция, она, ну, просто ничего хорошего не дает. Поэтому лучше было бы, если бы вы старались максимально не решать свои проблемы за счет девушки. То есть лучше бы, если бы вы, ну, как бы продемонстрировали бы ей. Вот. Что вы в ней вот не так уж сильно нуждаетесь. То есть в этом нет ничего плохого абсолютно, в этом нет ничего негативного абсолютно. Я бы сказал, что это даже позитивно, потому что девушка бы, ну, почувствовала бы себя свободно, более свободно, чем чувствует себя сейчас. Вот. А еще важно затронуть вопрос ожидания. То есть, если у вас есть ожидания к девушке, ну, по отношению к девушке, то это ожидание, как бы, тоже играют достаточно существенную роль, к сожалению. Вот. И вполне вероятно, что в какой-то степени ожидания до того, что девушка напрягает. Поэтому имеет смысл, ну, может быть, вот, в какой-то степени твои ожидания поумерить. Вот. Имеет смысл в какой-то степени больше ориентироваться, опять же, на то, что реально, да? Ну, то есть не на то, что вы хотите, например, а на то, что реально. Реально то, что, может быть, девушка не готова еще к серьезным отношениям. Вот, может быть, девушка не хочет или боится серьезных отношений. Вот, может быть, девушка, ну, в какой-то степени свободолюбива, вот, ну, вряд ли ее за это можно винить и корить, вот, ну, то есть, человек свободолюбив, да, человек не готов еще.
к серьезным отношениям, но, на мой взгляд, это нужно принять. Но я не настаиваю на этом. Вот. Просто говорю о том, что есть такой нюансик здесь. Если говорить о том, что вас держит и не отпускает, то я бы предположил бы, что держит вас и не отпускает привязанность к ней. Вот, и то, что вы получаете для себя через нее, через надежду. Вот, я бы сказал так, то есть это, по сути дела, такая вот, получается, привязанность, это именно что привязанность к человеку, вот. И здесь очень важно отделить любовь, которая, в принципе, является желанием отдавать, от потребности, которая является желанием что-то получать. Да, вы описываете все так, как будто, в большей степени хотите отдавать, нежели чем получать. Вот. Но, как бы, с учетом того, что вы пишете, вот, с учетом того, что вы пишете про, своих потребностей быть собой и о том, что вы можете быть собой только с девушкой. Вот. Ну вот, с учетом этого момента я бы, наверное, сказал бы, что, может быть, не совсем вы искренне, когда говорите, что, ну, что готовы только отдавать девушке, чувствует, что вы хотите что-то получить. А вот поскольку человек не зрелый, то и это может напрягать. Поэтому я повторюсь, основное, что мне видится здесь, там, то, что я, ну, то есть вы пытаетесь, как бы, на девушку опереться в чем-то. А ей это не очень нравится, ей это не очень устраивает. Ну, то есть это тяжело просто ментально. Вот. И, соответственно, она отдала этот вопрос. Либо же она просто не готова к отношениям. Но я, честно говоря, думаю, что это сильно вряд ли, что она именно прям не готова к отношениям. Вот я думаю, что здесь проблема именно вот в том, как вы позиционируете себя. Я думаю, что проблематика в этом. Но, опять же, могу ошибаться, конечно. И хотел бы ошибаться. Но опыт мой говорит об обратном. Вот. Есть ощущение, да, что самому вам не особо что нужно, что вы пишете, что мы занимаемся одним и тем же, у нас общий, а чуть-чуть мой человек, да, это вот
нашли единомышленника. Вот. Так. Вы пишете, я хочу понять девушку. Я бы сказал, что это не совсем корректная история. Вот. Ну, то есть, я имею в виду, что не совсем корректно, что вы пытаетесь девушку понять, психолог может помочь вам в том, чтобы понять себя, но не девушку. Вот. Поэтому, пожалуйста, ну, более-менее адекватно постарайтесь отнестись к некоторым ограничениям, вот, которые у нас есть, как у психологов, вот. Это ограничение связано с тем, что мы не можем обсуждать третьих лиц, да, то есть вот, ну, в какой-то степени я, конечно, обсуждал, но я делал это в рамках, хочется верить, в рамках, ну, дозволенного. Если делать это еще, то уже будет, наверное, перебор. Вот. Поэтому хотел бы я, чтобы вы обратили на это внимание. Вот. Вам можно, нужно разобраться больше в себе, нежели чем в девушке. Это гораздо важнее, ну, гораздо важнее, чем то, чтобы пытаться понять другого человека. Вот. Тем более девушку, тем более, если она, там, грубо говоря, может быть, не хочет, чтобы ее понимали, может быть, сама не знает, чего хочет. Вот. Так что, чем более уверен вы будете в себе, тем больше последовательность, да, уверенность вы будете демонстрировать, вот, тем лучше будет и для вас, и для девушки в целом. С этого позиция, ну, железно. Это работает, это, ну, 100% работает, как правило. Вот, а сейчас все выглядит так, что просто слишком много накладывается на человека. Я не говорю, что вы не должны, вы пытаетесь решать свои проблемы просто. Ее нужно решать немножко по-другому, не так, как вы это делаете. Вот. Так что примерно все в таком ключе, да, и примерно все в таком духе. Вот. Ну, на этом, я думаю, можно было бы закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно, как минимум. Вот. Ну, надеюсь, что какие-то моменты я прояснил для вас. Вот. Надеюсь, что какие-то аспекты вам стали ясны, стали понятны. Вот. Хотя я уверен, что, ну, что вопросы остались, и это, в принципе, нормально. Это нормально, что вопросы остались. Я просто надеюсь, что
вы пойдете дальше. Я очень надеюсь, что вы будете все в себе разбираться, вот, и если вы будете в себе разбираться, то рано или поздно проблема решится, вот. Ну а мы вам поможем всеми силами, вот, мы вам поможем всеми возможными способами. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Всего самого доброго и удачи.